Нина Алашеева в прошлом бухгалтер, сейчас посвятила себя живописи. Женщина преподает рисование в нескольких частных школах и детских садах. На мастер-класс заслуженного крымского художника Романа Третьякова решила прийти сразу, как только узнала. И не пожалела. Всего за 3 часа под чутким руководством профессионала создала свой собственный шедевр. Общение с Романом – это всегда удовольствие, всегда солнце, краски, пена, брызги, волн. Он умеет заражать. Ну, и здесь очень приятная обстановка, очень доброжелательная и волшебная, сказочная. Если есть возможность, я буду еще приходить и привозить своих детей. Роман Третьяков родился в городе Керчь, окончил Всесоюзный народный университет искусств. Начинал свой путь как художник-импрессионист. Самые яркие полотна создал в прибрежных городках и поселках Крыма. Его работы входят в частные и музейные коллекции Европы. На полотнах живописца можно увидеть природу Черногории, Гималаи, Кавказ, среднюю полосу России. При этом у каждой картины свой цвет и настроение. Художник передает особый колорит каждой местности. Устроить мастер-класс в Самаре удалось с помощью областного художественного музея. Участники писали свои работы по мотивам картин известного мариниста Ивана Айвазовского. Тема с Айвазовским спонтанно родилась, так как я живу в Керчи. Керчь находится на берегах двух морей, Азовского и Черного. Люблю море писать, Айвазовского любил, выставлялся в галерее Айвазовского в Феодосии. Ну и так родилась идея с этим мастер-классом. Сейчас в художественном музее начали подготовку к следующему событию. Здесь откроется выставка картин из Нижегородского музея. Дело в том, что этот музей закрывается на реставрацию, реконструкцию, и они нам отдают просто азбуку своих шедевров. Многие вещи даже никогда не покидали музейное пространство. Открытие экспозиции запланировано на 20 августа. Мария Ильчан, Николай Епифанов. События.